в среду. Обычный день в любой момент может обернуться трагедией. Она уже час назад умерла, сразу как привезли. Примите мои соболезнования. Какого черта? В чем дело? Ты убил мою жену. Теперь неумолимая месть становится главным смыслом его жизни. Куда ты попер? Он убил мою жену. Закрой тебя лет на 10, будешь знать. Все вы заодно! Твари! А ну-ка в камеру его. Кто-то бездействует, но он вершит правосудие своими руками. Сережа! Что вам от меня нужно? Он не убивал. Он не хотел. Случайно вышло. Только мне от этого не легче. Те, кто причинили боль, должны заплатить очень дорого. У меня для вас важная информация. Это подстава, понимаете? С тобой же самое плохое произошло, что может в жизни произойти. Хуже и не могло быть. Владимир Епифанцев в многосерийном фильме «Подстава». В среду на ТВ Рус.